Самаре простились со старшим сержантом Вооруженных сил России. 31-летний Артем Уманец, командир разведывательного отделения, погиб при выполнении боевой задачи во время проведения спецоперации на Украине. Проститься с героем пришли родные, близкие, друзья и сослуживцы. Мы провожаем его в последний путь как героя, как человека, который мужественно и до конца, до последнего вздоха выполнил задачу. Выполнил задачу, которую ему поставила высокое командование, верховный главнокомандующий. Он не отступил, не сдался и не струсил. Он пал смертью храбро. Он всю жизнь посвятил защите Родины, но, к сожалению, случаются ситуации, когда мы теряем настоящего защитника Отечества, родного, близкого для родственников человека. Артем Уманец неоднократно вставал на защиту своей родины, выполнял боевые задачи в операциях по оказанию помощи другим государствам на территории Сирийской Арабской Республики. Участвовал в операции по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков заявил, что имя погибшего будет внесено в список героев района. Сегодня мы теряем самых лучших людей, которые также выполняют долг перед Родиной. Артем Сергеевич будет навечно внесен в список героев Кировского района. Я надеюсь, что в вашей памяти он останется вечно. Артем Уманец был похоронен на кладбище Курумыч. У погибшего остались родители, брат, жена и дочь.